Южный Кавказ продолжает трясти после представленных азербайджанской стороной доказательств того, что в ходе прошлогодней войны по Шуше били баллистическими ракетами «Искандер». Более того, как сегодня уже официально подтвердили специалисты Национального агентства по разминированию, речь шла о ракетах 9М-723, выпущенных из ОТРК «Искандер-М», который состоит исключительно на вооружении у российской армии, о чем команда «Калибр» говорила в прошлом сюжете. Несмотря на представленные убедительные доказательства, в попытках оправдать неоправдываемые, в медиапространство вбрасываются фантастические версии о том, что найденные обломки «Искандеров» в Шушу привезли якобы из Сирии. В связи с этим считаем своим долгом произвести, так сказать, контрольный информационный выстрел, специально для тех, кто пытается отрицать очевидное. Представляем вам кадры, снятые армянскими военнослужащими в ходе 44-дневной войны. На них мы четко видим, что из одной и той же пусковой установки с разницей в меньше чем одну минуту были выпущены две баллистические ракеты. Это не могли быть ОТРК «Эльбрус» или же точка «У», поскольку их пусковые установки несут лишь по одной основной ракете, а дозарядка и дозаправка отнимает очень длительное время. Уважаемые подписчики, на кадрах вы видите запуск ракет ОТРК «Искандер». Все это действо происходит под улюлюканье армянских солдат. Своим поведением напоминающих скорее аборигенов, впервые увидевших огнестрельное оружие. Ну а кто производил пуск, аборигены или же их хозяева, с учетом всех представленных фактов, думаем, вполне очевидно.